Ну что, друзья, мы сейчас находимся в Килифе, как я уже говорил, потому что мы отсюда уезжать не собираемся, потому что нам здесь нравится. И сейчас мы решили выйти на пляж и показать вам, насколько здесь прикольные пляжи. В Кении пляжи просто сумасшедшие. И да, покажи здесь широченный пляж, но сейчас еще low tide. Когда у нас высокий тайд, то пляжа становится в два раза меньше. Очень прикольное место, очень нравится. Сейчас мы запустим наш дрон. Кстати, я хочу показать, вот у нас есть наш сюрприз. Вот он. Короче, сейчас будем летать. Подходим к пещере. Вернее, это даже, наверное, не пещера, это грот. Это грот. Это грот. А где? А, я вижу, вот ступеньки, чей-то выход на пляж. А так этот грот вот такой. Хай-тайд, тут вода. Прикольное место, красиво очень. У таких особняков есть свой персональный выход на пляж. Вот там какие-то башенки сверху, прикольно. Вот еще ступеньки. Это все персональные выходы. Ну, пляж, естественно, общий. Здесь можно находиться кому угодно. Девочки, куда едем? Кататься на лодочке. У нас есть друг, капитан Иса, который меня здесь учит суахили. И вот Иса! Да, подъезжай боком. Hi, man. So you come to start and then put dinghy and go on. We can put dinghy on a buoy, no problem. No Don't problem. Worry. Beautiful boat. Sarebu. Asante. Asante. Итак, ну что? Смотри, парус открывает. Сейчас самое интересное. Открываем парус. Иса. Да. Let's go. Туэнде. Туэнде зету. Туэнде зету. Это значит, поехали. Села, everybody села. Yes. В этой лодке есть такой запах, очень странный. Это, короче, тухлые собаки, да. Этот запах, это акулий жир, которым пропитывают все дно. Ой, е! Кудрявенький. Туэнде зету. Туэнде зету. Пакалапи. Туэнде зету. Пакалапи. 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 Веревка идет снизу в дырку. Пакалапи. 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 Пакалапи.
Here sometimes the Indo handbrake. This is handbrake. Mm-hmm. Mm. Okay. You want to step? Maybe. Мы сейчас пока идем так, потом, когда мы сделаем сюда поворот, мы просто парус перекинем на ту сторону. Ого. Ну, а ты пока ровно. Нет, так ты пока, ветер откуда дует, видишь, оттуда. Значит, мы идем пока, вот это максимальный острый угол. Потом, когда мы сделаем так, мы просто поменяем, но при этом перекинем парус. Нам нужно будет это сделать достаточно быстро. So, guys. Абариако. Абариако. Зури. System, huh? So easy and like unbreakable. Because it is not 20 meters mast. So we are going close to the beach. Yeah, let's go there and then to change the ferry. Yes, to make tack. There's like an island. Okay. Yeah, we know that small island with a stick in the middle. Yeah. Super sharp, a lot of sea urchins, like. But we can go it to put it on the port side, yeah? Just go port to that stick. And after just to make tack. Oh. Jambo bwana. Habari gani? Nzuri sana. After engine kidogo. Yeah. Вот эта палка, этот остров, который мы проезжаем. Чуть-чуть правее. Не. Роб. Это экстримчик. So, make tack? Окей? Окей. Диана. Yes. Сюда. Дырочку вот сюда. Куда? Вот сюда. Вижу. Ну что, рулительница, нормально тебе? Пойдет. Классно. Как понять, кто я Тмена, кто Диана? How to understand who is a sailor, who is a steering, you know? I'll show you. Прикольно. Вообще очень нравится. Очень забавно. И как игрушечная. Она очень должна легко управляться, да? Да, мне нравится, что она вся из цельного дерева, из такого приятного на ощупь. Она уже заполирована руками. Ну да. So now we almost go upwind, yeah? Вау. Is it just keeping... The backstay, what is this it? This is side stay. It's a side stay. So it supports the... Yeah, mast. Okay. More upwind, Issa. More upwind, more left. Он натягивает парус. Чем сильнее парус натянут, тем острее к ветру мы можем идти. Минутка. Да, отлично. Was light. Sensitive to the wind gust. Wind gust comes like, whoa! Мне было будет все не нравится, будешь вырезать. Буду переснимать. Мы решили заехать в реку, которая у нас тут находится, в Клипе-Клипе. И мы немножечко на въезде подзастряли из-за глубин. И сейчас мы, короче, выбираемся. Ну, не выбираемся, мы плывем просто по реке веслами, течением. Ждем прилив. Будет прилив, вода поднимется, и мы вылетим наружу. Но пока прилива нет, то у нас, кстати, скорость течения сейчас почти 2 узла. На секундочку. И вот здесь вот такая речка, она в длину где-то, наверное, миль. Сколько миль? 5, 6, 7? Где-то так. Да, и мы туда сейчас...
это все уходит под воду. Здесь же глубина, эти все деревья почти на воде стоят. Вот это все, что поднимается, 2 метра, это все под водой. Прикольно. Здесь же 3,5 метра прилив. Ну, здесь может быть меньше чуть-чуть, потому что в устье реки вода заходит. Но это, кстати, не река, это крик. То есть это типа ручеек. Здесь пресной воды очень немного. А в основном соленая, которая приливно-отливная. Поэтому мангровые деревья, которые вокруг идут, это все исключительно в соленой воде они живущие, они в пресной не живут. Что это фигня? Хочу знать. И я не знаю. По-моему, мы этого не понимаем. Ёпта. Это мощно. Мощная фигня, не вопрос. Убедили, дети. Монстры. Те, кто живет на этой ферме, заново переродились. Эти страшные мзунгу чуть не испортили нам ферму. Дамба! Дети. Надеюсь, они не стерегут ферму. Дамба! Как тут страшно, а? Ну, будет мелко здесь будет. Не, я думаю, здесь пока еще будет нормально. Second time. Просто оттолкнись. Ладно, угу. Нормально. А вот здесь уже хорошая, да? Thank you.
Итак, вот они мы. Вот река сама, собственно, мангровые деревья. Диана, которая газует здесь неимоверно. Я не жирная. Не ври, людям лучше знать. Мне не нужен велотренажер. Нормально. Я думаю, что на приливе вот этот вот островок полностью уходит под воду. Я уверена, что он полностью уходит. Вот здесь есть деревья вот эти, это мангры. Они находятся, вот листья, это уровень воды, который здесь. Ha 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 ha!